Знаете, кто меня научил слушать альбомы от и до? Магнитофон. Потому что в то время, когда я начинал слушать музыку, собственно, не было этих ваших MP3, и вот оно все было на кассетах. Поэтому проматывать было неудобно. Хочешь послушать, слушай от и до. А также меня научил слушать альбомы от и до такой себе датский паренек King Diamond, о существовании которого, как ни странно, я узнал благодаря Металлике. Там другая история, я ее как-нибудь расскажу. Но вот King Diamond, King Diamond, с ним меня познакомил, помимо Металлики, еще брат, который дал мне послушать альбом The Spider's Lullaby. А я до жути боюсь пауков на самом деле. Ну как, ну в детстве боялся до жути. И тут вот этот Spider's Lullaby, там на обложке, значит, там была у нас еще кассета такая классная, с разворотами, со всеми, собственно, вот с картинками. Жуть, и там еще паук такой, значит, нарисован, ну и птить как бы, вот. И я же, естественно, ничего не знаю про Кинга Даймонда в плане, что он пел, как он пел до этого. То есть это было мое первое знакомство с этим замечательным вокалистом. Ну, он, конечно, меня просто вот этими своими вокальными перепадами, он меня убил. Я бегал по квартире, пищал, пытался подражать вот этим всем нотам фальцетным, божечки, бедные мои родители. Но не суть в этом. Суть в том, что я познакомился с Кингом Даймондом на альбоме, который, собственно, отличается от прочего творчества Кинга Даймонда. Потому что когда я уже потом, и вы, возможно, уже знаете, да, что King Diamond, он выпускает альбомы, ну, как книги, то есть полностью концептуальные, история там, все и так далее. Spider's Lullaby, выпущенный в 95-м году, он не такой. Там, как бы, несколько песен, это просто отдельные истории, как вот такие зарисовочки, да, и 4 песни, это вот единый концепт как раз про пауков. И мне добавило жути, на самом деле, в этом альбоме то, что на кассете, это той, которой я говорил, там тексты были, и я их попереводил. Жуть какая. Ну, альбомы Кинга Даймонда, они всегда про ужасы, да, и вот там тоже вот ужасные истории, но классные ужасные истории, которые интересно слушать от начала и до конца. Отдельно хочется сказать про музыку, потому что, ну вот, альбомы до 95-го года, ну, не особо я как-то, возможно, потому что их потом слушал, хотя нет, вот после 95-го года мне King Diamond заходил лучше. Не знаю почему, хотя предыдущее творчество я тоже уважаю. Но вот мне очень, меня поразил звук на альбоме. Вот начиная с первого трека From the Other Side, когда там вот оно как-то было не похоже на все то, что я слушал до этого. Потом уже со временем, слушаясь в альбом, я понял, что сыграно-то вообще-то очень прикольно. Помимо того, что спето, сыграно очень прикольно. Рифаки запоминающиеся, атмосфера вот эта вся. То есть, ну, мое почтение к музыкантам, в общем, мое почтение. Альбом, между прочим, к слову, кстати, записан как бы новым составом для Кинга Даймонда на тот момент. То есть от старого там только King Diamond, Энди Ларок, который гитарист. А вот новенькие — это Херб Симонсон гитара, Крис Эстес бас и Дэрин Энтони барабаны. Альбом классный. Рекомендую вот даже слушая альбом, читать тексты. Добавляет ощущения, особенно если ночью, особенно если вы боитесь пауков. Поэтому всем, собственно, рекомендую послушать альбом Кинга Даймонда The Spider's Lullaby. И всем хорошего музла!